Привет, мусородавилка. Как вы классно поставили мне здесь мусор-то, чтобы я смог забраться. Спасибо вам. Thank you very much. Так вот, они говорят, мол, те ребята говорили, мол, ну мы его поймали, мы должны убить, а что если идентифицируют тело? И другой сказал, какое тело? Ну и решили меня в сюда положить, чтобы меня развели, хотя я бы здесь спокойно поместился. Но я думаю, что мне на какую-то надо... где-то здесь должен быть ломик. Ломик должны вернуть обязательно. Ну или разработчики решили повременить. Разработчики мода, естественно. С тем, чтобы дать ломик. Один вопрос, по какой лестнице теперь подниматься? Это ведет в... А да, не обе ведут никуда. Пьянству бой. Бою герл. Оу, е. Оу, не. Вниз, не. Вот вам помойное ведро, нате. Может вам, может тебе понадобится. Так, ну раз это можно было нажать, то это можно было нажать. Телевизор не ломающийся, ну охренеть. Неужели мне вниз надо? А, ну да, видите там. Фирка на наружу. Ну давайте спустимся вниз, что делать. Здесь мне ножки. Да. Как не вовремя загрузка была, я уже хотел заорать. Уии! Фонарик бесполезен. Ну вы теперь понимаете, почему я потратил патроны, да? В тот раз. Бессмысленно. Потому что, в принципе, терять-то было нечего. Я знал, что это произойдет. Маленький засранец. Получилось, и сейчас я на перехвате сыграл. Обоих задолблюнно. Это здесь же должен быть переключатель. Че, неужели они это поменяли? Да, вот здесь должна быть лестница, но ее нету. Так что они что-то поменяли. А может быть и нет. Нет, лестница есть. И аптечка есть. И нога есть. Пойдем, нога. Прогуляемся с тобой. Первый запуск ноги в воздух без парашюта на счет 3. Раз, два, три! О, а, это его нога, нет? Его нога? Нет. Ну вот тебе, мужик, третья нога, вдруг тебе понадобится. Нырять? Не. Я застрял в чем-то? Че, никаких рычагов? Ну, печаль. Так, чтобы спустить воду, нужно нырнуть. А что? Что делать? А вдруг я не умею плавать? Почему я... ладно, я не понимаю. А вдруг я не знаю, здесь кислота сюда залилась. Может быть, я не знаю, здесь человек тонет, который не знает, как плавать, и у него сил нету, чтобы ручку раскрутить. Почему я нету снаружи? Ладно. Half-Life 1 все-таки было как-то продуманнее, эта ручка поставлена. Зря они ее переставили сюда. Что-то меня как-то на углах немножко затормаживает. А это-то здесь зачем?
Вот серьезно, вот это сидеть зачем в трубе? А, я не знаю. А, нет, это мой самый нелюбимый уровень. Это же жопа просто. Чувак! Так, ты здесь? Гегер зашкаливает. Так, я не понял, это только что на него вот это запрыгнул, что ли? Ой, как лагает. Так. Я думаю, что поджигать не стоит. На, ешь. Ну, подождите. Подождите, что я так туплю-то? Куда я спешу? Один вопрос, как вот она не взорвалась? Как она не взорвалась? И зачем я отключал? Ни зачем, видимо. Она здесь уже была? Ну ладно. Я не заметил как-то в прошлый раз, когда шел сюда. Да... Что такое? Все эти содовые питаются. У вас зубы вывалятся. Чуваки. Нет, это содовая меня преследует. Она цвета нидерландской сборной по футболу. Нидерландская сборная по футболу без Рона Ван Нистелроя полный отстой. И без... как вратаря-то звали? Вандерсар? What the fuck? Ну и куда я пришел? Скисли жопы. Так, я отсюда пришел. Вот поэтому я не люблю этот уровень, он капец какой... Коробочный. На, коробку. Мелочь! Позорная, я на тебя патроны просрал. Где он? Обманули! Обманули мы тебя! На ежика тебя обманули. Кстати, этот, его можно использовать как щит. Это фу, на нем британский флаг! Я только что хит-краба на британский флаг порвал. Чу! Ну это печально. Потому что я в тупике. Как же меня бесит эта территория, вы бы знали просто вообще капец! Я стреляюсь от нее, я... Вот. Все время я здесь теряюсь, куда мне идти? Бежим назад. Бежим в самый зад. Проверяем. Да вы что шутите, что ли? Так, нет, на тебя уже мне патронов... Нет, патронов хватит. Не, ну давайте, может быть я зря перенаправил газ. А, его нельзя перенаправить обратно, окей. Может быть, я зря пошел туда. Может быть, мне нужно идти назад. Давайте поднимемся наверх. М-
Не, ну если, можешь, конечно, попробовать допрыгнуть вон до той трубы, но я думаю, что это глупо немножко, вы не считаете? Я считаю, что глупо. Глупо. Хорошо. Здесь выхода нету. Мы все здесь смотрели, да? Бежим вперед. Осматриваемся. Слева. Забитая дверь. Здесь ничего нету. Так, здесь все полудохлые. Здесь кран есть, но я его открыл. И он не закрывается назад. Или наоборот, закрыл, и он не открывается назад. Здесь ничего нету. Здесь решетка не разбивается. Здесь справа аптечка пустая. Здесь дверь тоже не открывается. Бежим вперед. Развилок никаких нет. Бежим направо. Печь заводим. Нажимаем, ничего не... Стекло не разбивается. Выпрыгнуть нельзя. Здесь тоже ничего не разбивается. Так, здесь. Может быть, какой-то переключатель есть, который я не заметил, а? Может, я не знаю, может, я через стену могу пройти? Может, я не знаю, может, я должен полезать в половую щель? Так, может быть, я как-то... Нет, ну, здесь, если я спрыгну вниз. Что я сделаю, спустившись просто по лестнице? Так, может быть, где-то здесь есть, не знаю, какое-нибудь ответвление. Давайте сюда зайдем. Здесь пусто. Здесь тупик. Сюда нельзя. Сюда тоже нельзя. И что я должен делать? А, как я ненавижу эти уровни. Как я их ненавижу. О, вы бы знали, как же я их ненавижу. Я их просто всем сердцем и душой ненавижу, потому что я не знаю, куда здесь... Я первый раз чудо выбрался. Выпустите меня. Так, вот там есть выход какой-то. Но там вот та дверь, которая мне закрывает путь. Пытаюсь понять, как еще можно туда прийти. О, господи. Мне, может быть, скрипт не сработал, а? Блин, все работало до этого момента как-то даже. Ну куда тот чувак убежал, который был охранник? Стойте. Нет, эти не пробиваются. Так, я не знаю, может быть я смогу куда-нибудь запрыгнуть на чем-нибудь. Водителя срочно! Гордон Сусанин, блин! Так, ну я не знаю, давайте попробуем так сделать. Ничего не изменилось. Давайте пойдем по-тихому. Можно по-тихому идти? Альтом, шифтом. А нет, шифтом это наоборот бег. Как идти? Тут нельзя идти пешком, ну ладно, неважно. Я не знаю, может. Не знаю, вышибить ее, я не... Нет, ну сейчас я уже не прикалываюсь, я действительно не знаю, что мне делать. Я всегда терялся на этой арене. Она вот так ужасно. Посмотреть, что ли, прохождение Half-Life 1 и увидеть, где тут выход. Ну, подождите, может быть, вот где-то... Может быть, я просто не вижу чего-то. Я посмотрел потом запись игры Survivors, которую мы с Рейджером пробовали, и несколько раз увидел... Отлично текстура, смотрите. Несколько раз увидел этого красного черта, которого я не заметил в прошлый раз. Да по-любому где-нибудь чуть нажать надо. Ну все, у меня... Ну вот, может быть, вы скажете, я не знаю. Может быть, я что-то пропустил. Если вы смотрите видео целиком, то скажите, может быть, что я пропустил. Вроде бы все логически, да?
пошла в жопу! Может, я кого-то не убил? Ну, до туда я не достану. Может быть, надо нажать что-нибудь? Просто помолчим, ребята. Просто помолчим. Ну запрыгивай. Теперь не хочешь запрыгивать. А что я делаю не так? А если даже сейчас я запрыгну сюда, то что это мне даст? Вот это мне даст, мне просто было нужно вниз спуститься. Не люблю я легких путей. Я же говорил вам заранее, то, что я не в курсе, что здесь надо делать. И куда идти, все время теряюсь. Я не хочу. Господи, что такая тупизна. Ай! Ай-яй-яй! Где лестница? Ну, спасибо, хоть здесь открыто теперь все. Здесь закрыто. Здесь по-прежнему закрыто. Но мне, по сути, надо пробиться вон туда. И это надо сделать с большим количеством геморроя. Да, по-легкому не получается. Ладно, будем страдать херней. Нахер! Нахер! Мне насрать на свою жизнь. Так. Пока. Ну и что, что я себе, скорее всего, радиацией вынес яички, и теперь я никогда не смогу не то что иметь детей, но и, скорее всего, стоя писать. Обломись, ты не умеешь ползать по лестницам. Обломись. Да, не хочу. Я спрячусь здесь и буду жить. Побаловаться не дают. Надо было сразу сюда вставать. Ну и чё, чё я сделаю? Ну хорошо. Я не знаю, как я это сделал, но это сделал. Я это сделал каким-то образом. Видите, это два трезвых, это пьяный баллон. О, нет. Нет, давайте лучше буду смотреть на вот это вот. На это произведение искусства, которое представляет из себя фразу или сочетание букв ЕО. Что может быть ЕО? Что может означать ЕО? Единое охеревание. Привет! Вкусняшка! Вкуснямба! Там закрыто. Это печально.
ты смотри, так и ведь разжиреть можно. Тебе мужчина не будет твой страстно любить. Ай, как я люблю это. Как же я это люблю. Ой, мама, голова закружится. Фух. Ну, голова закружилась почти. Осторожно. На всякий случай.